О! Ну, началось. Не вампир, а бобер какой-то. Снова свои клыки об стены точит. У нас так скоро дом в сито превратится. Зато летом жарко не будет. Что? Во всем нужно искать плюсы. А лучше найти пробки. Чтобы дыры в стенах заткнуть. Чтобы ими клыкаство обезоружить. Вообще-то это не я в этот раз. Даже удивительно. Я хорошо умею понимать намеки. Давай уточним, какой из 363 намеков ты понял лучше всего? Стоп! Если это не вампир, причина этого скрежета, то кто? Кошка. Не, она захотела гулять. Как ты это понял? По ору. Может, она орала, потому что хочет есть? Или потому что просто хочет орать? Не, она орала просто, чтобы я держался от нее подальше. Ну, я и сделал, как она хотела. А она не потеряется. А не, о, гуляй. У кого могут быть когти для такого ужасного звука? У наших дам. Ой, как мило. Это все потому, что мы ваши кошечки. Скорее горгульи. Не знал, что ты бессмертный. Предлагаю найти этот источник шума, а то у меня уже голова начинает болеть. Согласна, идемте. А здесь ничего. Ага, это же твоя комната. Кайф. Я ничего подозрительного не вижу, кроме жуткой куклы. Судя по ней, у вас было трудное детство. Но это не наша кукла. А как она сюда тогда попала? Она так похожа на... На что? На ту куклу, что мы видели на заброшенной фабрике игрушек. Вы там вообще чего делали? Ну, я хотела провести спиритический ритуал. А я хотела раскрыть исчезновение многих сотрудников фабрики. Соболезную. Сочувствуем. Одна превратит какую-нибудь козявку-мутанта, а вторая просто отправит на опыты. Что, опять? Так, давайте проясним ситуацию. Вы были на заброшенной фабрике, где случилось что-то жуткое и мистическое. Там вы видели эту куклу, а потом она каким-то образом оказалась здесь. Так? Ага. Думаю, каждый понимает, что мы должны сделать. По-моему, что-то не то. Лучше.
или хуже. Что происходит? Кажется, мы стали родственниками вампира. То есть? Мышами в мышеловке. Звучит невесело. И не должно. Главное, не паниковать. И всем оставаться вместе. Чем нас больше, тем мы сильнее. И не так ноги трясутся. Вроде все просто. Мы с этим точно справимся. Больше не любить прятки. Почему? Потому что в нашем случае ты проиграешь не раунд, а жизнь. Больше азарта, страха и седых волос. Тебе пойдет. Правда? Да, тебя уже ничем не испортишь. Это же был не комплимент. Ага. О, спасибо. Благодарю. Жили. Убегаем от мягкой игрушки. Сказала та, которая боится блесток. Молчала бы. Ты при виде улитки готова в обморок упасть. А они тебя догонят, когда ты с пенсией познакомишься. Кричат! Уверена, это не крик о помощи. А какой тогда? Крик о том, что у них все хорошо, и они в безопасности. А такое бывает? Уверена, что да. Мы ведь все равно не можем тут просто так сидеть. А мы не будем. Мы сделаем оружие, которое сразит этого плюшевого демона. Тогда подойдут мои клыки. Ты эту плюшевую нечисть с подушкой не перепутал? Ее вряд ли просто так можно распотрошить. А что ты предлагаешь? Воспользоваться знаниями. Хочешь эту куклу книгами закидать? Нет, конечно. Просто на нее шкаф с книгами уронить. Вы оба мыслите неправильно. Почему? Потому что надо сначала застать противника врасплох. А лучше всего еще и обездвижить. Прыгнем на него с потолка? А лучше скажем ему замри. Усыпим его. Сомневаюсь, что эта кукла даст нам ей сказку прочитать. Да и снотворное в качестве подарка, скорее всего, не примет. Именно поэтому мы схитрим. Как? Кинем ей под ноги бомбу-засыпайку. Она точно сработает? Конечно. Готово. Смотрите. Ой. Что будем делать? Первым делом в таких экстренных ситуациях нужно найти еду. Нашел. Маловато. А теперь? Сладковато. А может нам попробовать выбраться из дома? Плохая идея.
Если не можешь открыть, значит сломай. Мудрые слова. А чьи они? Мои. Когда я не могу открыть банку шоколадной пасты. Я ее себе в статус поставлю. Ой. Сообщение пришло. Смотри, какой мем пришел. Еще один. Ржака. Видишь, что ты сделал-то? Нет, нормальная такая. А как мы здесь оказались? Не знаю. Может, тогда попробуем дверь взломать? Идет. Опа. О. Ого-го. А что мы хотели сделать? Я уже не помню. Может, тогда пойдем поиграем в приставку? Ничего не имею против. Что мы тут делаем? Мне здесь не нравится. Правильно, потому что ты не плесень, наверное. Эта странная кукла провела здесь много времени и могла оставить какие-нибудь подсказки. Или ловушки. А об этом я не подумала. Ростя, может, ты первый пойдешь? Не. А вдруг там клад? Тогда да. Это было подло. Хочешь поменяться с ним местами? Я нет, сказала. Я что-то нашел. Это что-то бобо или юху? Это что-то... Это книги, что ли? Записка. Какие-то каляки-маляки. Надо лист просто перевернуть. А, ой. Здесь говорится о нашей кукле. Что-то хорошее. По ней не видно было, что там хорошим и не пахнет. Ее зовут Хаги-Ваги. Объели соплей и свалились во враги. Здесь говорится, что когда кукла достаточно напитается страхом, то явит свой настоящий облик. И какой у нее настоящий облик? Хоть бы пасхальный кролик, хоть бы пасхальный кролик. Это глупый.